Пасхальному фестивалю творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг» в этом году 5 лет. В юбилейном концерте принимает участие 14 инклюзивных коллективов. Всего на праздник пришло порядка 150 особенных детей. Наша задача, чтобы эти дети вышли из дома, они показали свою то, они же репетируют, они должны увидеть зрителей, им должны поаплодировать. Это мощнейший стимул для развития. Потому что, да, педагоги делают свое дело, а мы им помогаем, семьям, чтобы дети эти развивались и чувствовали себя полноценно. Праздник по традиции проходит в духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе. Перед концертом провели молебен и тематические мастер-классы. Церковь всегда внимательно относилась ко всем детям. И, тем не менее, очень внимательно относится именно к социальной работе и всем тем, кому нужна какая-то помощь и нужно общение. К этим людям и детям мы спешим в первую очередь. В завершении праздника торжественное награждение всех участников фестиваля, памятные фотографии и угощение куличами. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.